Ну вот, все-таки, несмотря на все злоключения погоды, морозы и дожди, мы все-таки сумели вырваться и открыть сезон катательный на лыжах. И сейчас середина зимы, и мы только первый раз открываем наш сезон. Ну, погода благоволит. Надеемся получить удовольствие. После длительного перерыва, конечно же, приходится вспоминать азы спуска по склону, но тем не менее это составляет определенное удовольствие. Коньковый бег при спуске со склонов, закладывание виражей, прочие выкрутасы. Может быть, ты будешь ждать, а может быть, нет. Если вдруг меня позвать захочешь в тишине, крикни в окно. Эй, где ты, ветер мой? Эй, где же ты? И я вернусь домой, даже с самой большой высоты. А я хочу, как ветер, бить. Да, на планке тоже выставляется. Показываю все красоты окружающего мира. Да, поднимаем. И выезжаем. Ю-ху! Это мы и наши тени. Так, поднимаем. И над землей лететь, но так высоко и так близко. Дорога в облака, дорога в облака, дорога в облака. Ну, едет. Несется на всех парусах. Эх, кто-то с горочки спустился. Наверное, милый мой пролетел. Так, вон туда улетел.